Бездомный инвалид второй группы, ожидая своей очереди на квартиру, просит милостыню перед Карагандинской мечетью. Сам же он стоит в очереди на жилье в Жанаркинском районе. По категории малоимущих граждан его очередь 83-я. Поэтому неизвестно, когда у инвалида появится собственная крыша над головой. Жанат Бисимбеков – инвалид второй группы. В 2005 году инвалид, не имеющий собственного жилья, встал в очередь на квартиру. Но в 2010 году после потери документов оказался вне списка. И зарегистрировался повторно. В ответственном органе говорят, квартиры будут выданы по списку, и каждый очередник будет ждать своей очереди. Вот только незадача получается, когда начнется строительство нового объекта в Жанаркинском районе, неизвестно. Все документы 2005 года сделали недействительными, так как все исчезло. У местных органов власти моих подтверждающих документов не оказалось. В то время как сейчас электронных баз, как в ЦОНе, не было. Теперь 7 лет стою в очереди после перерегистрации и не знаю, когда получу свою квартиру. Сейчас инвалид снимает временную квартиру у знакомых. По словам Жаната, хозяин квартиры очень добродушно к нему относится. В карагандинской арендованной квартире Жанат живет уже второй год. И теперь хочет квартиру в городе, так как в селе, по его словам, нет ни врачей, ни больниц. Единственное, чего я сейчас хочу, это получить квартиру от любого акима. Хочу лежать и жить в собственной квартире. Вся моя пенсия по инвалидности уходит на оплату жилья. Желательно, хочу квартиру в городе, ближе к больницам. На сегодня в Жанаркинском районе для 16 семей строится двухэтажный дом. Когда начнется строительство еще одного объекта, ни жителям, ни властям района неизвестно. Сейчас в Жанарке строится 16-квартирный дом. Когда очередь подойдет, инвалид второй группы Жанат Бисимбеков, стоящий в очереди 83-й, получит свою квартиру. Пока по этому поводу я ничего не могу сказать. Все ждут своей очереди. Инвалид второй группы имеет доход только за инвалидность, которая составляет 37 тысяч тенге. На оплату квартиры этой суммы не хватает. Из-за этого Жанат каждую пятницу ходит к мечети просить милостыню. Фариза Улбаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.